Друзья, я в Фиксе после пирогового дворика зашла. Ребята уже сейчас собираются. Вот, сейчас поедем. Короче, я хотела что-нибудь посмотреть. А, тут уже, смотрите, к Пасхе появляются штучки. Декорации разные, кролики, курочки. Фаберже, формы. Я вообще Пасху все равно праздную, потому что это религиозный праздник. Мне пофигу, что праздновать. Главное праздновать. Декорация пасхальная, набор для декорирования, всякие корзиночки, яйца под роспись, цветочки, салфеточки разные. Смотрите, тоже какие красивые яички разноцветные. Розовенькие, пятнистенькие, голубенькие, беленькие с золотым, желтеньким. Ой, смотрите, какая прелесть. Это овечка такая вот. Так, я перехожу к следующему стенду. Тут цветочки гипсофилы. Очень красивые, кстати, неплохие. Вот такие розовенькие цветочки тоже есть. А вот такие, смотрите, наклеечки приятные, пасхальные, с цыплятками разными, с яичками. Формочка пасхальная. Вот такая вот можно разную выпечку сделать с кроликами, с бабочками. Вот такие красивые перепелиные яички. Розовенькие, голубенькие, подносики разные. Вау, рисуночки. Смотрите, какие красивые тоже штучки с блесточками. Вот кролик, тут такая композиция. А, переводки, наклейки на яйца. А, вот такие вот тоже декоративные наклеечки. Ой, это тоже, смотрите, какие цыплятки блестящие. Потом еще, что тут есть, это разные салфеточки, тоже светлые Пасхи, такие салфеточки. Есть еще свеча, кролик, тоже достаточно симпатичная, неплохая свечка. Так, есть еще вот такие вот смешные. Вот у меня есть коробочка дома с Пасхой, но у меня там уже, в принципе, набраны такие аксессуары, есть у меня. Пасхальный наборчик для творчества. Здесь тоже подставочки, такая вот деревянная подставочка с мамой кроликом, с детьми. И здесь такие выемки для яичек. Ну, цветочки тоже. А это тоже декорация пасхальная, только не просто она какая-то веточка. А здесь уже вербочка такая пошла. Вот. А здесь деревянные такие тоже кролики. Вот вы смотрите, тетради на гравюру Фиксе. Вот мне понравилась такая тетрадочка. Смотрите, такая жабка здесь в розовенькой юбочке. И правила русского языка. Но вот эта тетрадочка, она в линеечку. Вот, а я, конечно, не привыкла в линеечку писать. Но остальные тут ежедневнички, в принципе. Мне ежедневник не нужен. Это тоже тетрадочка. Трекер привычек. Тетрадочки, ну, тут обычные самые рисунки, ну, кстати, с розой, в принципе, симпатично, симпатично с розой. Вот еще тут есть розовенькая такая, ну, самая обычная, на самом деле, это японский стиль. И тут какой-то футуристический город, кстати, вот это неплохая тетрадочка.